Как только продавцы видят камеру, начинают спешно прятать товар за прилавок. А все потому, что не соблюдают температурный режим реализации скоропортящихся продуктов. Торгуют без холодильных установок. Пожарные проезды загорожены товаром. А если случится крайняя ситуация, ни скорая, ни пожарная машина не проедет. Нарушений много. Мы указали о них директору рынка. Ну, обещают исправиться. Я считаю, что это в их силах исправить ситуацию. Они предоставляют арендные места и вправе диктовать свои условия. Но есть все-таки и те, кто после первого замечания исправляет свои ошибки. Еще месяц назад эта палатка с рыбной продукцией стояла без витрин, а рыба продавалась прямо на прилавках. Теперь на товар приятно посмотреть, а покупатели точно будут уверены, приобретая эту продукцию, они не окажутся в больнице с отравлением. Создано 38 мобильных групп. Осуществлять проверки рынков будут ежедневно.